Салам алейкум. Сегодня на обзоре Hyundai Sonata на чиптюнинге под нормой токсичности Евро 2. Еще один автомобиль в нашу копилку. В автомобиле удаленные катализаторы, отключены вторые лямды. Двигатель на автомобиле 2.7. Блок управления SYNC43. Ждем. Итак, файл прошивки уже был считан. Я его сохранил в отдельную папку. Сейчас будем отключать лямды. Далее записывать обратно в блок. Файл калибровки уже сделали. Заказывать пришлось. На этот тип двигателя я делал уже один раз, но чуть-чуть отличие было в программе, у меня его не было, пришлось заказывать. Ну, в любом случае сделали под заказ. Сейчас идет запись у нас. Ждем окончания записи, потом нужно будет проверить, как будет заводиться автомобиль, и все. Так, у нас операция уже завершена успешно. Нажимаем ОК, делаем еще раз идентификацию блока управления. Все выполнено. Идем теперь заводить автомобиль. Присаживаемся, аккуратно ставим ногу, чтобы провода не задеть. Глушим, заводим еще раз. Опа,